Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Поздравляю всех с праздником Победы, с этим великим днем. Мы сейчас едем на концерт, который проходит у нас к этому празднику в городе Кашира. И Антон со своей группой будет выступать с номером как раз-таки под песню «День Победы». И хочу все это заснять и, конечно же, поделиться с вами. Я сама еще не видела этого номера, и мне очень-очень интересно. День Победы, как он был от нас далек, как в костре под ужин таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Ну а дальше мы держим путь в Ступино, потому что там сейчас будет праздничный салют.